Вам интересно узнать, что с моими волосами? Сейчас я вам все расскажу. Иду я, значит, такой проверять дельфинов, такой уууу! Неправда это. Наловил немножечко рыбы, думал, сейчас покормлю моих дельфинчиков. Но когда я туда зашел, я не увидел ни одного дельфина. Они все пропали. И знаете, какая у меня была реакция? Ой. Вот как-то так у меня дреды и выпали. Стресс. Здорово, с вами я, Жека, и добро пожаловать в проклятый Майнкрафт. Несколько часов я за кадром строил эту сраную трубу. Я достроил ее до самого дома. Рисовка. Вот! Я уже даже построил комнатку для первого дельфина. Вот она, эта сраная комнатка. Сейчас я даже в нее спущусь. Главное попасть. В эту комнатку я уже хотел загнать дельфина. Ну, если кто не знает, для чего это такая будет, типа, быстрая труба, по которой я буду попадать из нового дома в старый. Она вон такая вот длинная, прямо очень-очень длинная. Зашел, а дельфины-то пропали! И я сразу же начал читать комменты, которые вы мне писали. И оказывается, почти все из вас писали в комментариях, что нужно переименовать дельфинов, и тогда они не исчезнут. Но я этого не сделал, и они все исчезли. Я супер быстро побежал в дом 2, в наш особняк жителей, купил кучу бирок и привез новых дельфинов, потому что я просто не мог начать серию. И знакомьтесь, это мои новые дельфины. Значит, смотрите, это Антон, это у нас Пипка, Попка, это Боба, Пипуля. Ну, как вы понимаете, у меня с фантазией все просто великолепно. Я даже сделал больше бирок, чем нужно. И теперь у меня в инвентаре есть еще Хейтер, Галина, Пипа, Биба и Евкакий. Ну, это на будущее, если я еще дельфинов буду приручать, не знаю. Наверное, нет. Я сделал такую специальную дополнительную трубу, по которой я буду вести этих дельфинов наружу. Вот так вот я их буду проводить в нашу трубу. Потом вот здесь вот они будут падать вниз, вот сюда. Потом я буду вести дельфина вперед и здесь загонять вот в эту комнатку. И тут он уже будет жить, и отсюда он точно никуда не пропадет. Таких комнаток нам нужно построить ровно столько, сколько у нас будет дельфинов. Я пока что сделал только одну ради теста. А еще сейчас ночь, и знаете, я хочу спать. Так, ну давайте немножечко перекусим лайков. Да, извините, просто лайки были очень вкусные, извините. Так что я прямо сейчас хочу слетать до нашего старого дома, потому что только там у меня есть кровати, я до сих пор их забыл перенести в новый дом, а после этого я вам еще кое-что расскажу. Короче, что я только что понял? Я понял, что наша труба будет работать только в том случае, если у меня будет специальные зачарования на ботинки и на шлем. Зачарование на подводное дыхание и на подводную ходьбу, потому что если я этого не сделаю, то я просто в этой трубе умру. Это проклятый Майнкрафт. Но потом я вспомнил одну очень важную вещь. Эй, паштет, ты там спускаться не хочешь? Я вспомнил, что у нас с вами есть ферма черепах. Вот она. С помощью этих черепах я смогу себе сделать черепаший шлем, который, если зачаровать, он будет просто в разы лучше, чем этот незеритовый. Вы можете меня спросить, типа... Но у тебя же уже был этот шлем. Да, шлем-то у меня был, только его взял пельмень и так и не вернул. Но чтобы его сделать, нам нужно немножечко увеличить нашу ферму черепах и сделать снизу катающиеся вагонетки с воронками, которые будут собирать эти черепашьи панцири, из которых, собственно, и крафтится этот сраный черепаший шлем. Фух. Поэтому я предлагаю прямо сейчас этим и заняться. А для еще более быстрого способа передвижения по этой трубе нам потребуется трезубец, который зачарованный на тягун. Трезубец, кстати говоря, у меня есть, но правда на нем вообще нет никаких зачарований. Точнее, я помню, что мы его с пельменем зачаровывали, но я снял с него все зачарования, потому что зачарования нам были не те, что нужны. Поэтому я взял с собой трезубец и обязательно его зачарую, когда у меня будет немножечко побольше уровня, потому что сейчас у меня 26 уровень, а это очень мало. Для того, чтобы нам улучшить нашу ферму тростника, нам потребуется сделать много воронок, а также еще вагонетки с воронками. Сделаю, наверное, где-то 4 вагонетки, делаем миллион сундуков, а теперь из них уже крафтим вороночки. 25 воронок, в принципе, я думаю, что нам этого будет достаточно. По-моему, где-то в моем старом доме были электрорельсы, а если их даже нету, то я, наверное, сломаю старую железную дорогу, потому что, в принципе, она мне уже не нужна, и мы ей вообще не пользуемся, а рельсы там есть, их там много, вот они. Если кто не смотрел старые серии, я строил эту железную дорогу для того, чтобы быстро добираться до чернобыльской деревни. Но так как чернобыльской деревни уже нету, потому что всех жителей там убили, их все съели зомби. А у нас еще и целый особняк с жителями есть. Я думаю, что нам эта дорога в принципе больше не нужна. Но давайте вначале проверим, может быть, у меня где-то еще есть рельсы.
Да, походу рельсов у меня вообще нету. Да. Ну и хрен с ними. Вы бы знали, как часто мы пользовались этой железной дорогой, но теперь она просто нам не нужна. В будущем я хочу сделать нормальную железную дорогу, которая будет полезная. Это лиса, если что, хохочет. Но такая железная дорога мне точно не нужна. Наши же черепахи живут на песке, а если я сломаю блоки под песком, то все будет очень плохо. Интересно, а черепахи могут откладывать свои яйца не на песке? Извините, черепашечки, но мне придется сломать ваш песочек, на котором вы живете. Прошу прощения, только не злитесь, я вас умоляю, но так нужно, извините, прошу прощения. Теперь под всей этой конструкцией мы должны сделать с вами электрорельсы и поставить на них вагонетки, чтобы эти вагонетки катались и собирали каждый черепаший панцирь, который будут выкидывать наши черепахи. Черепашечки, здорово, черепашечки, я вас тут немножечко потревожу, вы не против? Комнатка готова, теперь нужно просто поставить вагонеточки. В принципе, это сделать вообще не сложно. Где-нибудь вот здесь вот нам нужно разместить сундук, в который будут складываться все черепаши и панцири, которые только будут получаться у наших черепашек. И к этому сундучку мы подключаем все наши воронки, чтобы по этим воронкам как раз таки наши все предметики складывались в сундучок. Но для того, чтобы все это работало, нам нужно поставить рычаг, который будет активировать все эти рельсы. Блин, я как будто бы туториал по какому-то, по какой-то ферме снимаю, не проклятый Майнкрафт. Это очень странно, но мне нравится. Я давно такого ничего не делал, поэтому мне прямо реально вкатывает. Я запустил уже кататься 3 вагонетки, вы просто послушайте. Это выносит мозг. У меня закончились электрорельсы, но я думаю, что в принципе этого уже будет достаточно. Если вы вдруг не поняли, что мы вообще сейчас только что сделали, мы с вами сделали вагонетки, которые катаются под... Господи, как здесь громко. Они теперь катаются под этой фермой, и если какой-то предмет теперь попадет на эту ферму, вот, например, земля, вот так вот мы ее кидаем, эта земля пропала, и вы думаете, блин, она исчезла. Но нет, она не исчезла, ее подобрала вагонетка, и теперь этот предмет у нас оказывается прямо вот здесь. Кстати говоря, здесь еще 2 воронки и 5 рельс. Я еще могу сделать еще одну такую штуку. Теперь мы это все дело можем благополучно вот таким вот образом закрыть и просто иногда проверять этот сундук. Если вдруг там появится черепаший панцирь, мы с вами сделаем черепаший шлем. Самое главное будет его еще зачаровать, потому что без этого он, конечно, не будет нормально работать. А еще я не просто так взял нашу открывашечку, ну точнее ножницы. Я хочу прямо сейчас срубить немножечко травы. Капец, блин, здесь рыб. И с помощью этой морской травы мы с вами немножечко размножим наших черепашек. Ну что, черепашечки, кушайте, кушайте морскую траву, давайте, делайте мне много маленьких черепашечек-ниндзя, давайте. Что-то кажется, они не хотят. Эй, пожалуйста, вы что, реально делаете своих детей только на песке? Ну, давайте песочек вам поставлю, так уж и быть. Утопленник, а ты ли не охренел? О, копает! Блин, походу, реально они могут оставлять яйца только на песке. Вот это да, я реально об этом не знал. Это факты в Майнкрафте, ребята, понимаете? Я, возможно, тупой, но я реально об этом не знал. Ладно, пусть там эти черепашечки растут, делают мне черепашьи панцири, а я пока что пошел заниматься еще более важными делами. Я хочу зачаровать, наконец-то, свой трезубец на тягуна. Кстати, проход в дырку стоит 1 лайк. Ну, ставьте лайк. Прямо сейчас, ребят. Но иначе не попаду в дырку. Молодцы. Так вот, я хочу немножечко подкопить себе уровень, потому что мне нужно зачаровать трезубец на 30 уровень, а у меня всего лишь 26, поэтому нам нужно немножечко постоять на фармилке. Ну давайте, скелетики, ну спускайтесь ко мне, я... О, пролетели спанчбобы полетели, все нормально. Здорово. Да, я совсем забыл, что когда стоишь на фармилке, нужно выключать звук просто на ноль. Я уже заколебался бить этих странных скелетов. 33 уровень, ладно, я думаю, что этого будет достаточно. Я надеюсь на это. Если нам повезет, нам вообще с первого раза выпадет этот трезубец на тягун и все. Где там мой шалкеровый ящик? Есть, шалкеровый ящик есть. И давайте попробуем все-таки зачаровать наш великолепный трезубец, который почему-то у меня растет из жопы. Но это же проклятый Майнкрафт, поэтому неважно. Где лазурит? Мне что? Нет лазурита. 18 лазурита. Слава тебе, Господи. Зачаровываем трезубец на 30 уровень. И тут у нас верность. Ну, только верность? Да вы что, издеваетесь, что ли? Нахрен мне эту верность, вообще не нужен мне эта верность. Мне нужен тягун, пожалуйста. Да, тягун! Па-па-па-па-па-па-па! Оу, ес! А теперь просто посмотрите, что я сейчас делаю.
Ра-ба-ба! Полетели! У-ху! А вот теперь просто представьте, какая у меня будет скорость в этой трубе, если я буду с помощью трезубца туда-сюда вот так вот делать. И плюс ко всему, меня еще будут подталкивать дельфины. Да даже сейчас, без дельфинов, я по этой трубе перемещаюсь просто как ненормальный. А с дельфинами это будет такая бешеная скорость, что вы просто офигеете. Я буду просто за секунду телепортироваться к себе домой. У-ху! Я, правда, чуть не сдох от того, что я чуть не задохнулся, но для этого как раз-таки нам и нужен черепаший шлем. Поэтому в следующей серии я обязательно сделаю черепаший шлем, посажу этих сраных дельфинов, и наша труба заработает. Обязательно ставьте ваши проклятые лайки, подписывайтесь на мой проклятый канал, тыкайте на этот проклятый колокольчик и пишите ваши проклятые комментарии. Ну а с вами был проклятый Жека в проклятом Майнкрафте. Пока. Проклятый, 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 проклятый.